Ребят, всем привет! Привет! Доброе утро! Собрались мы опять ехать. Правда, еще не знаю, куда меня Саша везет. Сказала: Свет, давай собирайся, поехали. Посмотрим, куда поедем. Забираем вас с собой. Что будет интересно, обязательно покажем. Приехали мы в городок Тенинген, это возле Эмментингена, недалеко. И знаете, куда мы приехали? В магазин, короче, здесь находится такой магазин, где компьютеры собирают. Ну вот, Hello, Morgan. Саша пошел спрашивать, что и как, потому что все себе ищем компьютер, но... Может быть, что нам здесь что-нибудь предложат. Посмотрим. Смотрите, здесь такой район. Дома строятся. Наверное, многофамильные дома будут. И вот, приехали мы в этот магазинчик. Здесь эти собирают компьютеры. Людей много гуляет с собаками. Погода сегодня ужасная. Ну, как ужасная. Вроде так и не холодно, но сильный туман был. У нас в городе не было тумана. Выехали только с городка. Очень сильный туман. Не просто туман, а туманище был. Ничего видно не было. Мы ехали по автопаму сюда. Ну, и вот, думаю, немножко выйду прогуляюсь. Саша там ждет. Он не захотел внутри ждать, пока человек, который там ищет, смотрит. Он потом выйдет, позовет Сашу и скажет нам, что почем. Короче, куда дальше поедем, не знаем. Нам еще сегодня подзакупиться надо. Посмотрим по настроению, куда поедем еще. Так что заберем обязательно вас с собой. Че, Саш? Ждем-с? Но посмотрим, что нам скажут. Они тут собирают, да, компьютеры? У нас сын сам себе собрал тоже компьютер полностью. Ну вот, приехали, посмотрим, что нам тут скажут. Может, что хорошее предложат. Смотрите, тут стройка. Какого-то Мутко продает 4,5 комнаты, 132 квадрата. Не маленький. Ну да. У нас 4 комнаты, 110 квадратов, да? А здесь 4,5 комнаты и 132. На 22 квадрата больше. Угу. Не маленький. Угу. Ну так ничего, будут домики. Такой райончик здесь. Это, видимо, как пригород, что ли, к городу. Непонятно. Ребят, пришла я, села в машину. На улице что-то я подзамерзла немножко. Такая сыроватая погода. Саша стоит, еще ждет. Но я Сашу спросила, что, куда поедем дальше. Он сказал, вроде бы поедем во Фрайбург. Ну, короче, поедем во Фрайбург. Посмотрим, что там. Ну и сразу там подзакупимся. Такой у нас сегодня денек. Что-то с утра встали. Думали, быстро соберемся, да, поедем. Что-то мы сегодня собирались так долго. Потом уже думаем, блин, выйдем мы уже с дома или нет.
Ну, еле как собрались. Раскачались, можно сказать. Вот так. Погода такая пасмурная, мрачная какая-то. Никакого настроения что-то сильно нету. Может, все-таки солнышко выглянет. Ждем-с, ждем-с. На следующей неделе у нас обещают снег. Будет скользко. Так что вот так. Будет минусовая температура. И, наверное, зима все-таки начнется. Охота быстрее, чтобы зима прошла. Потому что мы не винтерменш. Ни я, ни Саша. Так что ждем весну и лето, чтобы можно было куда-то поехать, отдохнуть. Хотя бы если даже не в отпуск куда-то, а так просто. Много хороших мест, на речку куда-нибудь, да так. Ну, короче, ждем Сашу. И поедем дальше. Ребят, смотрите, мы сейчас находимся во Фрайбурге. Приехали вот в этот магазин. Здесь компьютеры тоже, ну, магазин, чтобы компьютеры можно купить. И Саша пошел туда. Я осталась в машине. Движуха вообще во Фрайбурге, я вам скажу. Столько народу, очень много. И очень много в масках ходят. Ну, вот так, короче. Пасмурно сегодня, что-то солнышка вообще нету. Деревья уже почти все голые. Короче, я сижу вот так вот, наблюдаю за движением. Ужас, ужас, конечно. Движняк такой. С этой стороны вон тоже, видимо, магазины. Потом Burger King здесь и... Ну, вот так вот. Такая улица, витрины. Видите, вот так все. Thank you.
Ребят, смотрите, приехали мы опять в этот магазин. Что-то у нас в последнее время тянется. Да? Ну? О, там елки какие-то. Ой, какие елки красивые. Малость пьяная уже. Вот. Идем погулять. Народу очень много. Это что, вход? Стоят на улице, люди ждут или что? Там ярмарка. Покушать. Это за Вюрстхенами. Покушать стоят. А там не только Вюрстхен. Ну, я сейчас подойду, елочки посмотрю. Ребят, смотрите, какие шарики висят. О, здесь все. Смотрите, какая красота. Какая красота. Смотрите, какие шары. Обалденные. Рука моя и шар. Красота какая. Очень красиво. Ой, смотрите, сердечки. Лепкухен продают. Сердечки. Так, что, Саш? Идем заходим. Смотри, здесь гномов поставили. Ждем, ждем, ждем. Какие гномы здесь. И не только гном. Слушай, ну это не такое, как у нас. Не знаю. Какая красота. Щелкунчик, смотри. Угу. Огроменный, да? Такой подсвечник. Тоже. 30 евро стоит. Смотрите. Ангелочки. 7 евро. 6,99. Чё, Саш? Скучно? Ой, смотри, какой айсберг. Я устал. Ага. Красота какая, да? Очень много свечек. Вау! Олени, олени. Красивые, да? Ага. Сколько, интересно, такая свечка гореть будет? Не знаю, с дерева вырезали, да? Свечку вставили. Угу. Ой, какая девочка тут сидит. Смотрите, шарики разные. А? Да я уже елку нарядила, Саш. Ну, звезда даже. И звезда даже. Но, да это не втыкается. Это... Ой, какие эти, смотри. Они стеклянные. Шишки. Что такая шишечка стоит? 15 евро. Красота какая, да? Красота. Смотрите, какая. Какой ангелочек. Девочка. Саш, такого нету. Как они называются? Тагас тут? Да, Тагас Деке. А туда он дальше? С этой фирмы Новель. Нет, тут другие. Вот. А, нет, у нас в кубик. И нет. Она другое.
Ну это похоже, но это не такое. Эки. Смотрите, здесь такой отсек, все для бебичек, маленьких деток. Сейчас скидки очень хорошие идут перед Рождеством. Полностью комнаты, мебель, коечки, все-все-все можно купить. Тебя зовут? Ребят, смотрите, вельт-колясок. Ой, каких тут только нет, смотрите. Сразу киндерзиц вставляется. Вообще шикарные такие коляски. Так, выходим мы сюда. Саш колокольчик нашел. Такая интересная посуда новогодняя. 7 евро стоит кружечка. Шаров сколько? Очень много. Угу. Елочка какая, смотрите. Красивая. Стеночки разные. Смотри, какой стол прикольный. Прям кусок дерева. Смотрите, окантовка какая этому, стала. Этому он не где-то на складе лежал, это червь. Смотрите. Интересно, да, как? Саша, иди сюда. Саш. Нет, это не такие, да что такое? Так, прогуливаемся по мебельному магазину. Саш, смотри, бар еще стоит, нас ждет. Мотоцикл. На самый верх. На самый верх пойдем. Диванчики какие. Какие диванчики тут стоят. Здесь паласы уже начинаются. Ой, какой красавчик! Привет! Не скучай! Ой, какой красавчик! Смотрите, какие! Ой, я думала, это... А, дух, кружечка открывается. Ничего там нету. Так. Смотрите, сколько разных шкур. Смотри, сколько шкур разных. О, смотрите. 12 евро. Чуть нереальная цена. Ребят, смотрите, здесь настоящие, как шерсти, паласы. Вот такого качества у нас паласы везде. Вот это классные. Вообще такие. Так, заходим в страну света. Люстры какие. Смотрите, красота, красота. Какие хотите. Я иду за Сашей, бегу.
батарейка стоит. Тебе скажи. Красота. Красота. Смотри, какие там люстры. Смотри, как корни от дерева какие-то. Все в сосульках. Круги, да. Так. Пойдем. А то что?